Дмитрий Чумак автоспортом начал увлекаться еще в раннем детстве, когда отец взял его с собой на московский ипподром. С 14 лет работал судьей на ралли. Внутри боевой машины, тогда это была ВАЗ-2108, уже оказался в 2001-м на ралли «Победа». В 2005-м дебютировал в чемпионате России по ралли. Выступал в качестве штурмана вместе с Евгением Новиковым, Василием, Николаем Грязиными, а также с иностранными пилотами. Участник и призер этапов чемпионата мира и Европы, победитель и бронзовый призер чемпионата Латвии, вице-чемпион России и Эстонии по классическому ралли. В ралли-рейдах с 2018-го в составе команды «ГАЗ Рейдспорт» участвовал в марафонах «Африка Эко Рейс» и «Шелковый путь». Победитель этапов чемпионата России по ралли-рейдам, победитель «Катар Кросс Кантри Ралли» в категории Т2, мастер спорта международного класса. Автоспорт для Александра Потапова начался с «Формулы Дрифт» в 2009 году. Год спустя он перешел в другой вид гонок – «Time Attack». Занимал первые места в различных классах. В 2015-м сменил «Time Attack» на «Автокросс». В 2016-м участвовал в ралли-марафоне «Шелковый путь» на автомобиле «Нива». Занял 43-е место в «Абсолюте». В 2017-м становится четвертым в чемпионате России по ралли-рейдам. При этом продолжает участвовать в «Автокроссе». В 2019-м стал пятым в российском чемпионате и в «Автокроссе», и в ралли-рейдах. Признается, что мог бы выступить лучше, но сказалось наложение двух дисциплин. Действующий чемпион России в командном зачете по автокроссу в классе Т1-2500. Команда «Потапов может». Под его руководством братья Коструковы в 2018 и 2019 годах стали чемпионами России в личном зачете в классе Т2500. Кому просто талант дан, можно не тренироваться. Я, как бы, кому не дано, тот много тренируется, может даже каждую неделю. Понимаешь, поэтому как бы, я считаю, что вот, как бы, я достаточно тренированный. Мы действующие чемпионы России, как бы, в кроссе, да? У нас, в принципе, все хорошо. Итак, сезон 2020 года в ралли-рейдах и в ралли тоже. Чемпионаты, кубки, вообще какие прогнозы, какие судьбы и надежды? Давайте я расскажу про сезон в Кубке мира. А почему есть Кубок мира? Мы в России живем, нам же интересно, что у нас внутри. Мы сейчас говорим о сезонах в разных спортивных сериях. Например, в Кубке мира планировалось два Кубка мира по длинным гонкам, по коротким. И по бахам. Да, вот, а потом начались отмены. В Кубке мира отменился у нас шелковый путь в длинных гонках и отменился Казахстан. Очень, очень жалко вот Казахстан. Шелковый путь не очень, а Казахстан очень. Шелковый, почему? Потому что шелковый путь в любом случае он прошел бы в усеченном формате, только по территории, да, России. Да? Ну, да. И поэтому там эти дороги уже известны всем. Вдоль и поперек. А Казахстан, конечно, такой челлендж очень интересный. Там вообще красиво. Ух ты, да, я помню, что там вот там сама природа, вот эти вот круглые валуны из зелени торчащие, огромные там скала, это такие, все очень, это очень красиво. Красиво, да. И непонятно, что ты едешь, либо гоночку гонишь, либо по сторонам посмотреть. Ну и в Кубке мира у нас остаются только две гонки. Это ралли Марокко в октябре, да, и на ноябрь переносится Абу-Даби Дезерт Челлендж. То есть из пяти гонок остается три. Одна прошла, две остаются. Вот уже Кубок мира закончен по Баку. Там было 8 гонок. Одна прошла, отменили сразу 4 гонки. Это Иордания, Испания, Италия и Венгрия. И у нас остается Польша, Португалия, и, может Португалия быть, осталось, да, будет еще Баха-Дубай. То есть в сентябре Польша, в ноябре Португалия. То есть вместо 8 гонок у нас остается 3 или 4. А Польшу подтвердили уже, да? Польшу подтвердили. И даже, возможно, российским спортсменам будет оказана помощь при пересечении границы. Ну, организаторы поговорили с министром спорта, и мы сказали про ситуацию, что нас и не впускают в Евросоюз, и не выпускают Россию. Да. Ну, понятно, да. И, возможно, Министерство спорта Польши и наша Федерация автоспорта все будут содействовать нашим спортсменам, чтобы все-таки смогли принять участие в Бахе Польши. Интересно. Потому что в ралли там похожая ситуация. В начале сентября будет эстонский чемпионат, этап чемпионата мира. И эстонцы якобы намекают некоторым спортсменам, что мы готовы вам сделать официальное письмо, официальное приглашение на въезд в Республику Эстонию. А теперь главное, чтобы выпустили. Какая ситуация сейчас в кроссе, в мировом, в российском?
ну, за мировым кроссом я не слежу. Ну, у меня есть друг Тимур Тимирзянов, он за этим следит. Вот, как бы я не слежу за этим. У нас вот все как-то более приближенное. Мы ездим, в этом, планируем поехать в кроссе на Т3, ну, так называемую, вот ну, параллельной модификации, да, и планируем поехать, ну, как и сейчас, едем на УАЗиках. На УАЗиках мы уже там сколько катаем, сколько чемпионов. То есть, в принципе, поколение, которое нас может проехать, еще не выросло. Поколение, которое могло нас проехать, уже состарилось. Поэтому, в принципе, альтернативы нам нету. И в ближайшее время не будет. В уникальных условиях. В уникальных условиях, окажусь, меня все устраивает. По поводу ралли-рейдов... Подожди, а гонки-то какие? Чемпионат какой России? Нет, так... Будет в Гуково, это первый раз для УАЗиков. Еще что... ни одна не прошла, правильно? Почему? Сюда? Прошла, Истра, мы уже, нас Михаил Паструков затащил, как бы... Ну, мы снова опять первые в турнирной таблице. Ой, как стыдно. Это неожиданно, неожиданно. Но там случилось невиданное. Там Петр Васильевич выбросил Александра Кострукова с трассы, он оторвал колесо. Поэтому я думаю, что в Буково ему кое-что вернется. Вот. Следите за этим, это очень увлекательно и весело. Так, а мы еще не поговорили про сезон в ралли. Что сейчас творится в классическом ралли? Поручик молчает. Почему? Классика ралли уже поехала, да? А ралли-рейды еще пока никуда не едут. Да нет, ну дело в том, что... Слушай, ну ралли всегда побыстрее были. Давай будем честны, как бы. А что касается ВРЧ, допустим, да, там чемпионата мира по ралли. Очень хорошо провели ралли Монте-Карло. Потом была Швеция, бесснежная абсолютно. В феврале месяце в Швеции не было снега. И усеченная, урезанная, да. Так Швеция тоже была усеченная. На шипах по гравию. Все гонщики говорили, что я, говорит, никогда в жизни не ездил так быстро по гравию. На шипах. Ну правильно. Все бывает первый раз. Вот. Ну и, соответственно, Мексика, куда все прилетели. Это уже это уже март месяц был. Провели ознакомление, провели первый день, второй день, третий день отменили. И многие пилоты сказали, что, как бы, может быть, оно и к лучшему, что отменили, потому что мы хотим домой, нам здоровье от наших семей и наших команд гораздо важнее. Очки это, собственно, не начислялись, да? Начислялись полные, потому что было пройдено более 80% дистанции. Это как в Формуле-1, все приехали в Австралию, и за полтора часа. Да, и за полтора часа до старта первой практики все уехали. Понимаешь? Может быть, оно и к лучшему. Да, конечно, к лучшему. Вот, да. Александр. Вот, поэтому. Сезон чемпионата мира стартует в сентябре в Эстонии. Ой, мне проще сказать, какие проведут. Там очень много, там длинный календарь. Там, отменили. Ну, из межконтинентальных выпало, соответственно, Аргентина, Кения. Да. Потому что, ну, там, по логистике невозможно. Плюс в Кении там своя обстановка африканская. Ну, там вот. Много. Там календарь да, сильно придет. Отскочила Новая Зеландия. Ну, потому что тоже, как бы, вот там недалеко, и пандемия. А осталось, хорошие. Пришла Эстония, вообще просто феноменальным образом, там, 10 дней назад буквально эстонцы подтвердили, что у нас будет ВРС. Это вообще сенсация для всего эстонского народа. Ну, это давайте так это... Да, ну, они уже подтвердили 4-6 сентября. Ну, пустое место, вроде. Они просто оперативно... Ну, и плюс, как бы, удачно, там, да. И плюс, там, учитывая то, что команда Toyota базируется частично в Таллине, да, и они, естественно, пролоббировали этот интерес, плюс там Георг Гросс, это там знаменитый спортсмен эстонский, он большой меценат, большой фанат ралли, то есть он тоже способствовал этому. Соответственно, будет Эстония, будет Германия, будет Сардиния, будет Турция. И будет, скорее всего, Япония заключительным этапом. Сейчас идет обсуждение о том, чтобы ралли Ромы де Капитали, которая была этапом чемпионата Европы, чтобы она пошла в состав чемпионата мира еще. То есть это будет асфальтовая гонка. Ну, посмотрим, потому что сейчас это все меняется очень быстро. Команда, в принципе, готова, все заряжены, там Hyundai, Ford, Toyota уже тесты проводят. Так что все готовятся. Так, а Россия, да? Уже стартовало что-то? Да, мы проехали один этап чемпионата России по ралли в Карелии зимой, в конце января. Ралли Пена отменился из-за погоды в феврале. Ну и, соответственно, пошла череда отмен. Вот вчера буквально подтвердили письмом из Минспорта, что чемпионат России стартует. Все так. Будет хорошо. И где? Мы 21 числа улетаем в Екатеринбург. Это будет гонка «Урал-Асбест». Это ралли должно было быть заключительным этапом. России. А теперь будет открывать. А теперь будет, ну, по факту, да, но вторым, да. После этого, там, через две недели будет Гуково в Ростовской области. В конце августа будет Карелия. Белые ночи в конце августа. Где-то завтра. Белые ночи. Белые ночи в конце августа, да.
И в конце сентября будет псковская гонка, очень быстрая. Она будет заключительным этапом чемпионата России, потому что в этом году у нас формула идет все этапы плюс финал. Там получается 4 этапа плюс финал. Можно вопрос? Вот я читал как бы про ралли тоже. Читал. Вот у вас за первое место начисляется 60 очков, а за финал 600 очков. Нахрена ехать весь календарь, когда ты можешь просто выиграть последний этап? А у тебя идут 4 лучших плюс финал. Но все равно, как бы ты выигрываешь финал, и как бы можешь проехать еще один этап. 600. Кто это календарь? Ну кто это? Кто это придумал? Ну вот покажи мне, где написано 600. Ну это почитай в чатике. В чатике уважаемые люди сидят. Никто нормативные документы, само собой, не читает. Кому это нужно? Профанация. Надо ехать. В чатике все. Знаешь, что такое ралли? Ралли такая дисциплина, где ты только на финише. Понял, что тебя обманули еще до старта. Это не привыкает. Нет, а в Карелии тебе еще жахнули штраф за то, что на боевом шипе до дупа доезжаешь. Нет такого. Да ладно. Это было в Ростове, это было в прошлом году, стояла полиция. В Карелии, зимой я ездил с уважаемым человеком с Демой. Ну, это в прошлом году. Вот, да. Вот, как бы и на шипах дрюкали, выписывали штрафы просто. Как бы. Ну, их обнулили потом, как президентский срок. Ну, то есть штрафы как бы все-таки обнулились раньше. Про календарь. Значит, с чемпионатом России ситуация складывается более чем благоприятно для нас, для спортсменов, потому что мы боремся в этом году за чемпионат России с Романом Русских на Шкоде. И поэтому нам, конечно, R5. Эти этапы нужны. Ну, естественно. Просто Шкода быстрее Форда. Да. Она круче. Поэтому нам этапы эти очень нужны, и поэтому там у нас будет. У нас, собственно, вся борьба впереди. Нам все вот это дело еще предстоит. Главное теперь, чтобы состоялось. Состоится. Потому что на заседании комитета ралли было принято решение, что серия состоится. Собственно, письмо от Госкомспорта – это тому подтверждение. Ну и все власти, и все принадлежащие там к тем кругам, которые близки к отмене или вновь вводимым ограничениям, говорят, что… Ну, в принципе, да, потому что ралли в России как бы не собирает никаких зрителей. Это не Испания, там не Италия, поэтому как бы... Не, ну там будут ограничения. Там будут ограничения там, с экспресс-награждения, без подиума, без торжественных стартов там. Ну, как бы, ну, слушайте, ну хоть так. Ну, с участием хоть. Участием, конечно. Ну хоть так. Ну, проверки, да, будут проходить там в определенное время, ты должен прийти, чтобы меньше оно а всегда так вот, было. Вот что именно? Ну, слушай, меня интересует. Без награждения? Без подиума, ну, без фотографий. То есть я, например, езжу гонки, нет, чтобы у меня была красивая фотография на подиуме. Так мне вот это вообще все остальное вообще не надо. Как бы тебе подиум? Ты, получается, приехал, заплатил бабки, значит, привез команду. То есть это сраные 500, тупо на резину. Да? Причем не рублей. Причем не рублей, да. Приехал, значит, у тебя там техничка, ты там, у тебя, допустим, лампа. Сами знаем, где их брать, да? Нет, у нас нормально. Нет, ну, как бы, я просто подешевле. Ну, слушай, R5 это как бы другой уровень. Я понял твою иронию. И нету подиума. Я понимаю вашу иронию, но если бы сейчас была дискуссия, я бы доказал Петру Александровичу, да? Слушай, я работаю только на выход. На вход у меня вообще все закрыто. Ну, как тебе объяснить? Не хочешь, тут колхоз делал добровольно. Хочешь, гоняй. Не хочешь, ну, не гоняй. Можешь ехать в Испанию, там награждение проводят. Можешь не ехать в Испанию, там награждение проводят. Нет, в Испанию я просто могу поехать, как бы. У меня там дом. Поэтому. Вот, ну, кстати, могу сказать. Сейчас условия такие. Можно. Просто дорого, как бы я экономлю, я все-таки на газели езжу. То есть, как бы, если бы была другая иномарка, я бы, наверное, там уже и слетал бы. Но а так я думаю, что да и хрен бы с ним здесь посижу. Вот. Говорят, грибы пойдут.